Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, всех с прошедшим праздником, с прошедшим старым новым годом, это еще так звучит, с прошедшим старым новым годом. Вот так вот, ребят, как обычно, делючку я не хрипел, сегодня мы поиграем в игру по названию Сайконосутока, я не знаю, или Сайконосутока, может быть, это звучит примерно как Сайконосутока! Я не знаю, как это правильно произносится, ну да ладненько, да ладненько, давайте поиграем, я первый раз ее запускаю, вообще без понятия, что здесь делать, как обычно, сейчас буду тупеть. Так, есть у нас обычный. Это что? Это нормал, это обычный, это жесткий. Так, а это ожидается, да, у нас понятно. Это у нас есть. Разница тогда нормал, обычный, как бы это же одно и то же примерно, нет? То есть, чем дальше, чем жестче, я так понимаю. Поставлю тогда просто нормал, чтобы вообще понять, что здесь делать, в конце концов. Так, ладно, давайте перейдем к началу. Вы можете тем временем лайк поставить и так далее. Как обычно, я давненько не хрипел уже. ВВСД. На shift бежать, на Е юзать. Ты был здесь в ловушке несколько часов. Тебе нужно сбежать. Дверь выхода сейчас закрыта. Узнай, как открыть выход, осматривая подсказки. Будь осторожен, ты здесь не один. Помни, что ты можешь нести только один ключ в руке. Будь осторожен. Бег создает шум и может привлечь тебе внимание. Все отлично, все хорошо, я понял. Сайконосутока, поехали. Так, доброе утречко. Хотя ты можешь по-русски говорить? Ты меня пугаешь. Такие глаза большие у тебя, знаешь, выразительные, скажу однозначно. Красные. Наверное, кровью залились. Я не понимаю, что ты мне несешь. Говори по-русски, пожалуйста. Я, походу, ей понравился, судя по лицу. Ну что, отлично. Я красавчик, за мной вот постоянно бегают. Вот. Это, наверное, фанаточка моя за мной прибежала. Хочешь поиграть со мной в игру? Может, ты меня уже отпустишь? Ты ведь знаешь, у меня с английским плохо. Как ты меня вообще смотришь, если ты английский язык не знаешь? Слушай, а ты ничего так? И нож у тебя красивый. Да и брови вроде нормально выщипала. Ты меня выпусти уже давай. Мы с тобой в игру поиграем. Может быть, хватит тебе вот это все мне объяснять? Просто выпусти меня и все. Ты меня слышишь, мать? Или я тебе сейчас начну опять говорить вот эти вот. Сайконосутока! Ты что-то ко мне прикопалась-то, а? Просто выпусти меня! Ты в курсе, что ты говоришь по-японски, у меня мозг переводит ниже, пишет по-английски. Наконец-то убежала куда-то. Радость-то какая. Фух. А чё, я раньше так выбраться не мог? Что-то я как так себе себя чувствую. Так, это что у нас? Так, отлично, здесь ничего нет. Так, я нашел ключ. Отлично, говорили, нужно найти ключ, я его нашел. Она, видимо, убежала, она хочет со мной играть. Рубильник находится в кладовой. Это замечательно, что рубильник в кладовой находится, еще бы знать рубильник от чего. А у меня здесь
большой выбор, куда смотреть. Зато я себя вижу. Красавчика такого, чё ж не видеть-то, а? Так, это что у нас? Ключ от выхода лежит в сейфе. Найдите код. Понятно, надо код найти. Хорошо, ясно. Все ясно, все понятно. Так, что это у нас? Ну, к сожалению, я не знаю, японский, либо китайский. Я не знаю, какой это язык. Я без понятия. Так, в шкаф. Я могу прятаться в шкафу. Ну, правильно. Фанатов там много, вон, бегают за мной. Не знаю, правда, что за фанаты. Надо Лёхин фан. Так, а это... А, это ключ, значит, чтобы просто отсюда выйти. Все, я понял. В смысле, не спрятаться? Ты думаешь? Я тебя слышал. Не надо меня наказывать. Хотя, знаешь, это прозвучало немножко сексуально, я тебе скажу даже. Наказать она меня хочет. Она где-то здесь рядом ходит или что? Ты, зачем она меня поймала? Вот люди пошли-то, а? Ну, вон раньше, вон, чума когда была, просто сжигали, да и все таких, чтоб не париться. Любая проблема появилась, огонь решает все проблемы. А ты где вообще? Анна Сутака? Или кто-то там, Яндера, как тебя зовут-то вообще? Так, я ее не вижу. Рубильник находится в кладовой. Отлично. Тебе не спрятаться. А хотелось бы просто спрятаться. Вот, тоже есть какое-то замечательное место под лестничным. Можно сидеть снизу. Заниматься, так сказать, своими делишками здесь. О, а это что такое? Что, морожен? Фантастический лимонный чай. Да, самое время попить лимонного чая, когда за тобой ходит какая-то странная девушка с ножом в руках и хочет с тобой что-то поиграть. Причем явно такого себе характера. Сердечко-то бьется у меня. Подожди. Нет, показалось. Так, отлично. Буду ходить дальше, что-то, просто буду ходить. О! Даром! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё здесь-то? Она меня найдет в шкафу, нет? Уходите! Мать, а как ты сквозь предметы смотришь? Подожди, она сюда залезла, что ли? Ты чё делаешь-то, а? Давай прощаться. Как она в шкаф-то ко мне залезла? А если такая еще в кровать тебе залезть, то что будет-то? Можно ведь и обделаться. Так, вроде она меня потеряла. Не знаю точно, но по крайней мере вроде потеряла. Она знает, такие как я всю жизнь ищет. Зачем я это постоянно повторяю? Чтобы поднять себе самооценку, видимо. Так, ладно, она где-то потерялась. Так, по бокам, значит, спуски вниз идут. Это понятно. Так, я себя вроде нормально чувствую, а чья это кровь вообще? И как-то... Фига себе у меня шевелюра, надо в парикмахерскую сходить. Давненько не ходил в парикмахерскую. А что, мальчик или девочка? Если я девочка, то это очень странновато. И педикюр у меня нормальный. Так, отлично, я нашел ключ от чего-то. B2 Дуркей. Так, я нашел от B2. B2. Ты серьезно, от B2 нашел? А-а-а.
А это у них, в принципе, нормально, да, здесь? Люди как на водопой приходят или чё? Еще один ключ. Инфирмари. Ну, B2, нормально все. Пойду. Так, C3. Так, все, понял. Здесь, по крайней мере, везде помечается. Можно дальше что-то найти. То есть у них здесь нормально, у них здесь сразу наполняется кровью. Что если что-то вдруг случилось на перемене, просто идешь себе новую, тут же заливаешь и все. Чтоб не заморачиваться. Это нормальная практика. А, вот. Так, подожди, можно тогда сразу вот это инфирмари, вот это вот подобрать, взять, пойти и открыть, в конце концов. Что-то она куда-то пропала. Мне, походу, потеряла она там, так сильно потерялась, что даже потеряла то место, где потерялась. Как-то так все это дело обстоит. Так, сейчас все это дело откроем. Что можно открыть? Что можно послушать? Так. Послушать. Так. И зачем я сюда пришел? Зачем-то же я сюда пришел. Я не знаю зачем, но зачем-то пришел. А если есть B2, можно петь B2 варвара. Так, это что? А, это здоровье себе восстанавливает. Да я-то могу, в принципе, кровью по новой залиться и нормально себя чувствовать буду. Тут, видимо, это так принято, а это чё? Я не понимаю, по-русски можно, пожалуйста? Ну, короче, мне это пока не надо. Там, да, какие алименты-то? Я вообще первый раз вижу, я ничего платить не собираюсь. У нас и детей-то общих нет. Так, ладно. Здесь, короче, можно это. Это типа комнатка этой. Школьной медсестры. Все понятно, все ясно. Сюда буду еще заходить. А она, мне кажется, потерялась все-таки на первом этаже. Слушает там что-нибудь типа Варвара. И нормально. Так, это C2. Значит, там получается где-то B2. Я могу даже побегать. Пока она там потерялась. Так, здесь Бэшки идут, нет? Так, это А. А что за ботва? А где Б? Какой-то странный переход. С А сразу в С. Коридор Д. А, значит, там коридор Б будет. И, возможно, будет она. Не знаю, как ее зовут. Яндаре! Без понятия. Так, коридор Б. Отлично. Б1. А вот она застряла здесь, мать. Чё, у тебя нормально все? Ты хочешь танцевать? Я хочу танцевать. Сейчас я ее открою, выпущу. А тут, мне кажется, так даже неинтересно, если она за мной не бегает. Посмотри, хоть что будет. Двери открываю, я вот такая вот фигня. От Яндеры я бегу, я что-нибудь спою. Кого ты знаешь-то? Я тоже кого-то знаю. Подожди, она сзади, нет? О. Чё-то как-то стремновато стало сразу же. Надо в туалет сходить заодно. Негоже нам. Прям под себя-то ходить. Знает она. Меньше знаешь, крепче спишь. Я, по-моему, глаза там видел. Так, ладно, B2 я зачем-то же нашел. Значит, здесь, наверное, что-то есть. Здесь я нету нифига, вот такая вот фигня. Не, стой, а нафига я сюда зашел тогда? Это какая-то шутка, что ли, я для вас или что? Хожу, что-то ищу здесь. Не знаю, что и зачем. Так, может быть, здесь какие-то еще шкафчики открываются? Да здесь! Мать, отстань! Я не хочу это...
с тобой детей вместе. Ой! Ой! Это ведь больно было, нафига ты здесь стекло оставил на выходе? Что это? Это он за мной идет. Да, давай, давай прощаться, мать, а? Постоянно меня находит. По запаху, видимо. Пахну, наверное, чем-нибудь. Реально она какая-то стрёмная прям. Она здесь сейчас идет. Может просто... Я не хочу с тобой играть. Она реально она какая-то криповая. Поиграй со мной. Нифига себе у тебя игры. Не, ладно, мы в детстве играли, догони меня, кирпич. Тут-то вообще, мне кажется, это перебор. Типа, нож печень, никто не вечен, это так, видимо, здесь называется, или что? Вообще ничего найти не могу. Как-то плохо ключи прячут. А чё я открываю, потом назад закрываю? Не-не-не, в этой комнате нет нифига. Мы здесь. Она услышала меня, походу. Она там стекла опять набросала. Ты понимаешь, здесь уборщики потом ходят, между прочим, убираются. Хотя я не знаю, что у вас там, Китай, Япония, там, по-моему, принято, чтобы ученики убирались. Люди придут, порежутся, между прочим. Ходят, стекла здесь накидывают, понимаешь ли. Директору пожаловаться. Что странные ученики пошли. Это можно как-то убрать? Это вообще не весело. Ай! Кого ты нашла-то? Уходи! Нифига себе у тебя вот этот женский смех такой, заигрывание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мне нафиг твои заигрывания не нужны, смешно ей там, видишь ли. Просто с ножом сзади за мной бежит. Это отмороженная. Яндера или кто-то. В смысле, она сзади по-прежнему, что ли? Или чё? Ты отстань ты от меня, а? Чё ты ко мне прикопалась-то? А, Б. С сидели на трубе. Да вот ты знаешь-то. Я вот много кого знаю. Кого-то знаю, кого-то не знаю. И ты назад боюсь смотреть из-за нее. Так. Походу. Сейчас. Надо в эту комнату забежать. Так. Во. А надо было эту штуку попробовать взять. Мне показалось, ли он в дверь смотрит? Не смотри в дверь. Не смотри на отца. Отец накажет всех. Так, ладно. Чё она стоит, палит? Нифига себе! Кукусики! Да надоело ты мне, хватит меня ножом резать! В смысле, она меня уничтожает. Ты меня с лестницы еще скидываешь, что ли? Так, что у меня 12 секунд есть? На что у меня есть 12 секунд? Я даже бегать теперь не могу, я вообще себя плохо чувствую. Да ну подожди, я ведь бежать не могу. Сяду здесь посижу, может она уйдет куда-нибудь? Может это уборщица в школе, ей просто надоели, что люди вот мусорят вот так. Говорит, побегаю что-нибудь, говорит, сделаю с кем-нибудь. А чё бы и нет-то, говорит, в конце концов. Что значит не спрятаться? Надо ее там оставить и все, и не париться. И не париться просто. Не надо меня наказывать. Давай я лучше сам себя накажу. Так, ладно, буду ползать, передвигаться.
Чё? Какие щёчки? А вот эту фигню как-то убрать вообще можно, нет? Нет, просто не прикольный фиг. А, это, короче, проползти можно и ничего не будет. Так, вот это. А зачем эта штука вообще? Так, ладно. Так, я понял, что по этой фигне можно просто ползать, и все будет нормально. Какие щечки? Так, здесь же я все смотрел. Или я сюда вообще не заходил? А то я хожу здесь, больше ни одного ключа даже не вижу. Все, наказать меня хочет, а? Я не проказник, чтобы меня наказывать, так что не надо. Не нужно. Не нужно ничего такого, я скажу. Так, ладненько. Ладненько-прохладненько. Пойду. Просто буду ползать дальше. Это ведь нормально. Оставлять за собой кровавый след. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты такая криповая, мать. Я ж вот он сижу. Ты меня не видишь, что ли? Она ушла, нет? Да какой ты нашла-то, а? Себя найди, мать. Я тебе дверь закрою, все, сиди там, короче, ты наказана. Все везде закрыто. Здесь, там. Там сзади нет. Блин, это не то. Это? А, так вот откуда стекло берется. Ты меня видишь, что ли? Хе-хе-хе-хе-хе! Ты больная, мать, тебе лечиться надо, это я тебе точно скажу. Прям сходи к это, к психологу. Мне кажется, он заждался тебе, так надо Д найти еще. Смешно-то как, а? Так, компьютерный зал у нас здесь есть. Так, залезку я сюда. И смеется, бегает, играет, заигрывает. Весело, девчонки, а? Подошла за точку, почку пару раз воткнула. И нормально ей. Не надо мне наказывать. Так, что, она ушла дальше, нет? Почему не спрятаться-то? Ой, щечки. Щечки, щечки. Ушла вроде. Какая она веселая-то, а? А, так... Такой вот жену завести вообще, вообще никогда грустно не будет. Проснешься, то нож воткнут, то еще что-нибудь. То стекло по кровати раскидано. Да что, я найду здесь хоть один ключ-то еще нет? Так, главное не шуметь. Надо главное везде, где я открываю, открытым оставлять. Так, ладно. Так, где-то сторож рум есть. Не знаю где. Стой, а может здесь вот что-то есть? Чё я сюда-то, кстати, реально ни разу не сходил. Так, это вообще, это выход из школы. Такая себе школа. Школа жизни, можно сказать. Так сказать. А-а-а. Типа у меня... О-о-о! Вот это ты дала, сейчас, вот это дала, откуда ты просто взялась? Так, короче, у меня есть ботинки, я теперь могу по стеклу бегать, наконец-то, я знаю, что ты сделал этим летом, я знаю, что тебя ждет, мой родной. Может, не найдет? Кукусики! Кукусики! Да отстань ты от меня, а! Чё ты ко мне прикопалась-то? Помоги мне ключ найти! Жена, куда я ключ дел? Ай, поразбивайся! Эх, играемся! Лепота-то какая, а!
Сумасшедшая. Так, здесь я, по-моему, не открывал еще все. Ты попеть она нашла, да как ты так быстро меня находишь-то постоянно, а? Я здесь нифига найти не... Ай! Ты как это делаешь-то? В смысле, я только отворачиваюсь, она у меня за спиной такая, хоп, сразу чик-чик-чик втыкает. Ты завязан со своими солнечными замашками, там, не надо. Я даю тебе право сильного. Так, здесь я был. Вот здесь я был, нет. О, я здесь не был. Так, мне надо какую-то фигню еще... Че, мне тут комбинацию какую-то надо подобрать или что? Да отстань ты от меня, а? Че ты ко мне прикопалась-то? Кукусики! Так, опять она за мной бегает. Она че какая-то криповая, мать! Влюбилась, да, в меня? Привет, привет, я тоже тебя люблю, дорогая. Давай как-то это, без обид там. Все, а я в шкафчике сижу. Я из шкафчика смотрю. Что-нибудь все равно найду. Не знаю, что именно. Да спрятаться мне по-любому. Так, а что мне здесь сделать надо? Наверное, надо одинаковым цветом уже убить. Во! Нифига себе! Вот это я голова! Правильно, художник должен быть голодным! Вот я также без потери крови. Так, я обрубил этот. Где у нас? Ай! Да как ты берешь это постоянно? А хватит меня резать-то, дорогая, ты что? Понравился мне борщик, понравился он мне. Что ж ты так-то, а? Заигрывает, а? Кокетливая какая. Ну тебя нафиг, а с твоими играми? Так, где там этот компьютерный класс-то был? Я уже школу скоро эту наизусть выучу. Зато свет теперь везде есть. Я электричество починил. Электрик, можно сказать. Кровью бегаю. Обливаюсь. Так, вот компьютерный класс, кстати. Надо будет сюда, наверное, вернуться. Оттянуться, так сказать. Че, она бегает? Нет? Так, вроде отстала. Хотя... О! А это чё? Ай! Да ты чё творишь-то, а? Вот как-то так. Ладно, ребят, запустил, посмотрел вот такую вот интересную игру. Я уже успел забыть, как она у нас называется. Как она у нас называется-то реально? Как называется наша игра? Сайко на Сутока! Но суток или я не знаю, ребят, если вам понравилось, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал, жмем, конечно, на колокольчик. Всех еще раз с прошедшими новогодними и всеми праздниками. Вот, как-то вот все вот так вот, ребят. Если хотите, чтобы еще снял, напишите об этом в комментарии, можно будет снять еще. Сейчас, наверное, в ближайшие дни я выпущу еще, по крайней мере, пару роликов. А то я тут сам что-то отдыхаю так, что я уже устал, я устал уже отдыхать, и мне по-прежнему все люди пишут, хотят встретиться и так далее. Я, пожалуй, посижу просто дома. Вот такие вот дела. Возможно, даже сейчас в ближайшие дни даже выйдет еще несколько роликов. Я не знаю. Посмотрим. Все, ребят, давайте на этом все. С вами был я, Лёх Смертник, моя сумасшедшая жена. Вот такие вот дела, которые бегала за мной. Тыкала меня ножом.
Увидимся. Увидимся с вами. Еще обязательно увидимся. На этом все. Давайте, ребят. Не болейте, главное. Не болейте. Меня почаще смотрите. Старые ролики можете посмотреть. И в комментах напишите, стоит ли снимать еще или нет. А я пойду спать. Вместе с женой. А вот кто лайк не поставит, она к вам придет. Тут ты лайк не поставил, ты ночью спать будешь. И там вот это хи-хи. Вот эти вот щечки начнутся. Кукусики вот эти все. Все, давайте, ребят, увидимся.